Это первое космическое государство Асгардия, которое призвано объединить жителей нашей планеты для освоения космоса и не только. И об этом нам сегодня расскажет Яна Смельянский, министр активов и ресурсов космического государства Асгардия. Прошу вас. Добрый вечер. Руслан, спасибо. 18 июня отмечается национальный праздник новой космической нации Асгардия, о создании которой глава нации Игоря Шурбиля объявил осенью 16 года в Париже. 18 июня — это день единства Асгардии. В этот день была принята декларация единства Асгардии и был опубликован текст Конституции. Я вообще сама восхищаюсь совершенно гениальнейшей идеей о создании этого космического королевства, космической нации, с одной стороны, в котором парламент из 150 человек, а с другой стороны сохраняются древнейшие монаршие традиции. Совершенно необыкновенно фантастический, уникальный проект, который совершенно стал реальным, абсолютная реальность, у нас уже целый миллион. Очень много писателей-фантастов писали на эту тему. Все мечтали о какой-то космической стране, о каких-то сказках, а ученый, филантроп, промышленник и изобретатель, глава нации доктор Игоря Шурбили просто взял и сделал. Раз и все. Вот так все просто. У нас приняты государственные символы, герб, свой флаг, свой гимн. Герб символизирует... Ну ладно, не буду про герб, давайте про флаг. Наверное, всем интересно, что такое флаг, расскажу только про флаг. Желтый яркий круг в середине — это солнце, расположенное на фоне голубого неба. А 9 желтых орбит символизируют 9 планет нашей Солнечной системы, которые представляют всесторонние знания о космосе на данный момент. 3 белые внешние орбиты символизируют бесконечность новых открытий человечества в космосе, которые еще предстоит сделать, и роль Асгардии в создании этого самого будущего. 12 ноября 2017 года очень был успешно запущен спутник Асгардия-1, и это является исторически первой суверенной территорией Асгардии. У нас есть структура органов управления, значит, по Конституции, и все это, вся информация есть у нас на сайте. У нас есть глава нации, Высший космический совет, парламент, в нем 12 комитетов. У нас есть правительство сформировано и 12 министерств, и у нас есть Верховный суд. 25 июня 2018 года в Хофбург-Паласе в Вене в Австрии состоялась инаугурация главы нации. В соответствии со статьей 32 Конституции Асгардия 10 сентября 2017 года Игорь Шурбили был провозглашен главой нации. Вы видите, значит, что он принимает присягу на Конституции в присутствии спикера парламента Лембеда Опика и верховного судья Юн Чао. Тогда же произошла и первая очная парламентская сессия Асгардии, там же в Вене, это было всего 150 человек. Миссия. Наша миссия — это рождение ребенка в космосе и создание основы для развития человеческой цивилизации в космическом пространстве, включая заселение Луны. Я хочу просто процитировать фразу, которую сказал глава нации на конгрессе в Вене 12 апреля. «Давайте все вместе сделаем так, чтобы зажженный нами огонек надежды на вечное продолжение рода человеческого, бесконечной Вселенной, не угас никогда». Это немножко математики про Асгардию, это наша цель. Нас сегодня 1 056 933 было на сайте вчера, но, может быть, сегодня уже кто-то записался. Наша цель — 150 миллионов к 2025 году. То есть наша история — это мы прям видим в реальном режиме времени, как мы будем представлять 2% населения планеты Земля. У нас есть небольшая другая карта, где понятно распределение по континентам. 1 056 933 человек сегодня и резидента 18 490 человек. Я приветствую всех резидентов, которые тайно молчат и про себя тихонечко улыбаются. Я уверена, что вас в зале много, и я очень рада. Спасибо огромное, что вы с нами, и я надеюсь, что вы такие же патриоты, и также искренне верите и знаете, что это самый-самый уникальный и гениальный проект Асгардия.
У нас 12 языков, официально проголосовал парламент за 12 языков. Вот некая такая зарисовка, некий срез информации по процентам, сколько у нас населения из разных стран. Мы также проанализировали такой интересный параметр, как возраст. 83% у нас до 40 лет, я считаю, что это как-то очень интересно. Мы проанализировали, как у нас там с женщинами, с мужчинами. Не принято говорить на эту тему, я не знаю почему, но у нас 80% мужчин. Уважаемые барышни, девушки, женщины, сударыни, пожалуйста, обратите внимание. Основная задача Асгардии, учитывая то, что сегодня 12 языков у нас национальных, конечно же, мы будем разрабатывать свой асгардианский язык. Это одна из основных задач Асгардии. Ну и геополитическое место Асгардии в мире. Не поверите, но среди 251 страны и территорий во всем мире Асгардия на 154 месте по количеству населения. Сразу после Кипра и перед страной, которую я 15 раз пыталась прочесть, но я не уверена, что сейчас правильно произнесу. Джибути. Но зато все знают, что такое Экваториальная Гвинея, поэтому нам интересно, что мы аж на 154 месте, и нам всего скоро будет 3 года в октябре. Дальше, значит, вот эта карта Асгардии — это предполагаемые представительства Асгардии, где отдельно выделены континентальные представительства, субконтинентальные и локальные, которые мы постепенно планируем открывать. Я не хочу сейчас рассказывать про базовые принципы экономики Асгардии, потому что я думаю, что вы подходили к нашему стенду, и, наверное, многие уже заинтересованы были, и, может быть, даже и подписались, и мы вам будем очень признательны. На сайте абсолютно есть вся эта информация, и мы готовили эту презентацию как бизнес-форум, но я думаю, что сейчас больше будет интересно посмотреть на проект в целом, а подробности базовых инвестиций, наверное, это как для другой конференции. Это не про меня вообще. Это про человека, который создал космическое научное сообщество и вот такую вот космическую страну Асгардия. Это про человека, который создал много других проектов, сейчас об этом говорили, но я просто хочу сказать, что я считаю, что вот эта вот фраза, которую я выбрала, невозможно уникальную идею никаким образом описать. Но я считаю, что вот именно так. Историю творят только бесстрашные мечтатели, которые смогли воплотить даже самые невероятные мечты. Огромное вам всем спасибо за внимание.